В Торонто прошел флешмоб, посвященный танцу «Калинка-малинка». Таким образом, канадцы решили приобщиться к русской культуре. К флешмобу в Канаде отнеслись серьезно. Участники разучивали танец по специальным видеоурокам, размещенным в сети. И результат действительно того стоил. Танец получился синхронным и в лучших российских традициях. Десятки человек приняли участие в флешмобе. Причем это не только наши бывшие соотечественники, но и канадцы, которым просто интересна русская культура. Танцы вне политики. Это доказала всему миру еще полномочный представитель МИД России Мария Захарова. Помните, как она пустилась в пляс на саммите АСЕАН в Сочи? Для журналистов она станцевала «Калинку-малинку» в мини-юбке на 15-сантиметровых каблуках. Язык танца оказался даже более универсальным, чем язык дипломатии. В восторге от импровизации Марии Захаровой остались все.